А ведущие страны мира выразили обеспокоенность заявлением КНДР о проведении успешного испытания водородной бомбы, в связи с чем, что Ким Чен Ын продолжает военную ядерную программу, Совбез ООН приступил к подготовке новой резолюции. Напомню, накануне власти КНДР заявили о первом в своей истории успешном испытании термоядерного оружия. Оно уже четвертое по счету с 2005 года, когда республика объявила себя ядерной державой.